очень волнительный, в том числе для меня как для гражданина и как для главы вашего города. Много ярких каких-то событий в жизни происходит. Поэтому что выборы президента сегодняшнего дня такие особенные. Три дня впереди, и возможность общения, и главное сделать этот выбор правильный. Наши жители, и всем удачи, успехов. Конечно, мы хотим работать в такой слаженной команде, в команде вертикали власти. У нас много очень получается в городе вместе с вами реализовать. Но, безусловно, нужна системная такая поддержка, которую мы чувствуем от губернатора Михаила Михайловича. Мы, конечно, мы понимаем, насколько важна сильная федеральная власть под управлением сильного комитета, которую мы все чувствуем. Всем удачи и сделать все правильно в городе.